Всем привет! Вот сегодня решил пройтись по моему городку. Зашел на Петропавловку. Стояла прекрасная погода. Я бы даже сказал, что в принципе жарковато немножко. Вот. Народ гуляет, веселится хорошим денькам. Вот тут народ даже с детьми загорает на Петропавловке, как всегда. Купаются некоторые экстремалы. Вот. Ну, хорошая погода в городе. Почему не пройтись? Посмотреть хорошие места. И искупаться, позагорать. Очень много туристов. Чемпионат еще не закончился. Вот дети, видите, копаются в песке. Действительно, достаточно приличные людей загорают. Зашел я на Петропавловку. Здесь как раз была подготовка к концерту. Может быть, бесплатный концерт. Вот так немножко пофотографировал, чтобы показать тем, кто не из Петербурга. Вот у нас сегодня вот так. Вот. Ну, собственно говоря, больше... Что там говорить? Ну, да, это мой городок. Это Петропавловка. Это Нева. Проходят разные, плавают. Вот такие дела сегодня были в Питере. Такой, конечно, сюжет-то ни о чем. Но, в общем, просто показал. Решил показать вам. По-моему, что плохой городок у нас. А вот ворона. Наша питерская ворона. Решила попить воды. Вот сидит. Что-то она мне понравилась. Я решил ее снять. Ну все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока.